Белорусский бизнес заработает по-новому. Со следующего года вступают в силу поправки в законы по вопросам хозяйственных обществ. Изменения коснутся 56 тысяч субъектов хозяйствования. Это более половины всех коммерческих организаций страны. Об этом сегодня сообщили на брифинге в Минэкономике. В частности, инвесторы смогут вкладывать деньги в бизнес с гарантией возврата. Потери компенсируют, если суд докажет, что банкротство фирмы проводилось с умыслом. В ином случае претендовать на возврат инвестор не вправе. Мы постарались защитить обе стороны. И инвестора, чтобы он имел право все-таки добиться прозрачного решения, которое основано на соответственных документах и так далее, как это решение принималось и так далее. Но мы должны были и защитить членов управления с тем, чтобы право на коммерческий риск с помощью нашего законодательства, оно все-таки бы существовало. Без этого невозможно, в принципе, коммерческая деятельность и ее успех. В Минэкономике уверены, что новые нормы законодательства о хозяйственных обществах поспособствуют повышению позиции Беларуси в мировом рейтинге по ведению бизнеса.